Спонсор выпуска – продавец света. Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто наши зрители канала Добра и Позитива. Говорит и показывает Москва, Россия. И в сегодняшнем ролике я хочу ответить немножко на ваши вопросы, потому что их на самом деле накопилось очень много, они разные, абсолютно, короче говоря, множество их. И сегодня попробуем хотя бы на часть из них, хотя бы частично ответить. А перед тем, как я начну, я бы хотел вскрыть вот этот конверт, который пришел мне сегодня по почте от Терешкиной Натальи из города Подольска. Так что, Наталья Терешкина, тебе огромный привет. И я приблизительно знаю, что там лежит, но просто хочу как бы и показать нашим подписчикам на самом деле, что же здесь есть. Давайте я его вскрою и покажу. Так, и что же тут у нас лежит? А лежит у нас здесь несколько потрясающих рисунков, которые принимали участие даже в нашем конкурсе «Твори добро», который прошел у нас на нашем канале буквально недавно. Сейчас прям поближе подойду и покажу вам. И не поленилась, вот отправила по почте. На самом деле это я ее просил, но думал, согласиться, не согласиться. Так что, ребят, видите, мы творим добро. А вы? Знак вопроса. Вот такие вот замечательные рисунки акварельные мне сегодня пришли по почте. Видите? Добра и позитива. С уважением, Наталья. И вот такой вот есть автограф ее стоит. Огромное спасибо тебе. Вот, все дошло в ценности, сохранности. Вот таких вот три замечательных рисунка. Скажу честно, эти рисунки будут, скорее всего, сделаны в рамку. В такую в рамку, я не знаю, там, индивидуальную или, может быть, куплю уже готовую. И, скорее всего, я их повешу у себя дома. Так что, вот так вот все это здорово, замечательно выглядит. И я тебе очень признателен и благодарен, дорогая Наталья. У меня твой адрес есть. Я думаю, то, что я тебе обязательно в ближайшее время какой-нибудь вышлю тоже презент, подарок от меня, от сердца, от души. Поэтому спасибо тебе огромное, вот поделилась со мной частичкой своего творчества, хоть ты и не победила в конкурсе, но порадовала меня и наших подписчиков, надеюсь, тоже своим таким творчеством, вниманием ко мне. Ну, в общем, короче говоря, тебе респект и уважуха. Итак, продолжим. Давайте все-таки ответим, наверное, на вопросы. Вопросов много. Ну, не знаю, я не стал ничего выбирать, взял на всякий случай кубики. Если будет какая-то спорная ситуация, просто на какой вопрос сделать ответ. Вот, и начнем, наверное, с нашего сайта каналдобра.ру. Вот, просто открыл первую попавшуюся страницу. Зашел на вопросы. Ну, давайте посмотрим. Итак, кто-то нам звонил. Перезвоним. Так, идем дальше. Ну, первый вопрос, который бросается мне в глаза, который тоже собрал вот 8 ваших лайков, задает его Иван007, ник у него. Здравствуйте, Сергей. Сделайте, пожалуйста, ролик «Один день из жизни Сергея Симонова». Думаю, будет многим интересно. Заранее спасибо. Так, отвечая на вопрос Ивана007, хочу сказать, что, в принципе, я уже делал такой ролик «Один день из жизни Сергея Симонова», но это было в Черногории. Можете посмотреть, кто не смотрел, там в старых роликах это есть. Если вы имеете в виду сделать ролик в Москве на эту тему, да, то, в принципе, я тоже могу это сделать. Я думаю, что, может, даже в ближайшее время я это сделаю. Никаких проблем абсолютно нет. Так, идем дальше. Ну, давайте, чтобы поинтереснее было, просто какая-то, чтобы у нас была, да, какая-то такая динамическая программа, динамичная такая, да. Давайте, бросаем кубики. Получается вопрос номер 9.
Так, вопрос номер 9. Просто прям сверху отсчитываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятый вопрос. Задает его Рома. Вопрос номер 368. Один лайк, правда, собрал. Извиняюсь. Алло. Да, Роман, приветствую. Я могу вам просто сейчас ролик записывать, ну, буквально через 10-15 минут перезвонить. Прямо сейчас вот наберу. Спасибо большое. Спасибо. Вот. Так, идем дальше, извиняюсь. Значит, задает вопрос Роман. Номер 368, один лайк. Сергей, расскажите, как правильно выбирать недвижимость? Квартиры, дома, какие есть подводные камни? Ну, на самом деле, тоже на ролик тянет, тут так в двух словах не расскажешь. Одно лишь могу сказать, отвечая на вопрос Романа, то, что нужно выбирать недвижимость очень тщательно, четко, конкретно и желательно все-таки через проверенных людей. Что я имею в виду? Все-таки, как мне кажется, лучше всего выбирать недвижимость через своего знакомого риэлтора, потому что можно просто очень здорово лохануться в этом вопросе. И, во-первых, документы надо, чтобы человек все проверил. Во-первых, нужно чувствовать душой и сердцем, нужно ли вам тот объект или другой объект. Потому что иногда бывает как. Вот ты приходишь, тебе какой-то объект предлагают, вроде бы и цена нормальная. Но смотришь, вот что-то коряво, там какие-то помойки рядом, там дом в неудачном месте расположен, там еще какие-то моменты, подъезд какой-то говеный. То есть вот здесь очень важно найти, конечно, соотношение цены и качества и грамотного риэлтора, все-таки через кого всю эту сделку проводить. Вот у меня, если что, если кому-то конкретно нужен такой человек, у меня есть такой человек, с которым я уже много-много лет сотрудничаю, он работает в одной известной фирме, там не буду называть какая. Если действительно нужно помочь в этом вопросе, вы мне пишите в личку, я дам контакт, ну это по Москве, конечно. И я думаю, человек вам в этом поможет. Ну вот такой вот ответ, такой легкий. Так, дальше, ну давай дальше, бросим кубики опять же, да? Что у нас там получится? Так, следующий вопрос. Так, 6, 1, 5, значит получается 7 плюс 5, 13. 7 плюс 5. Нифига себе, 13. Еще раз считаем. 6 плюс 1. 7. 7 плюс 5. 12. Ребята, видите? У меня с математикой тройка была в школе. Честное слово. Итак, вопрос номер 12. Давайте еще раз прям сверху начну. Отсчитаем сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. Но тут пишет Вальдемар. Вальдемар. Тоже один лайк набрал. Сергей, с днем рождения. Мои поздравления. Вот в этом ролике. И оставляет ссылку на свой ролик. Ну, Вальдемар — это блогер из Германии. Кто не знает, он часто у меня там мелькает в комментариях. Вальдемару огромный привет. Видишь, ты у нас и в ответах на вопросы подписчиков оказался. Поэтому, пользуясь случаем, тоже хочу тебе передать привет и слова благодарности, то, что ты на самом деле частенько оставляешь хорошие, добрые комментарии. Вот, спасибо тебе за поздравления с прошедшим моим днем рождения. Есть на самом деле на эту тему ролик, скоро вы его увидите. В принципе, отчасти он будет и как бы один день из жизни Сергея Симонова. Ну, там такой он, конечно, в укороченной форме, укороченной такой, скажем так, сжатой форме, да. Но, тем не менее, можно будет немножко из него что-то интересное для себя и почерпнуть. Ну и посмотреть прекрасные черногорские виды. Так что, Вальдемар, еще раз спасибо тебе за поздравления. Так, идем дальше. Ну вот, кстати, вот следующий вопрос тоже очень интересный. Задает его Григорий. Так, Сергей, посмотрев один из ваших роликов, я задался вопросом, почему у вас нет детей и собираетесь ли вы их заводить? Ведь вы человек, который состоялись... и в состоянии обеспечить свою семью. Возраст уже не молодой. Очень хотелось бы получить ваш ответ на этот вопрос. Ну, Григорий, я уже отвечал на самом деле на этот вопрос. Есть даже ролик на эту тему, мое отношение к детям. Долго не буду распыляться на эту тему. В принципе, я вам рекомендую просто посмотреть его, кто не знает. Потому что много новых подписчиков, которые приходят и задают, в принципе, одни и те же вопросы. Отмотайте назад, посмотрите. Ролик называется «Мое отношение к детям». Так, дальше. Следующий вопрос.
Паха задает 5 лайков. Сергей, куда поехать отдыхать на новогодние праздники? Ну, ребят, тут сложный вопрос. Много есть разных мест, куда можно поехать. И за границу, и в лето, и в зиму, и, короче, куда угодно. И в Подмосковье, и куда-то в пансионат. Все зависит от вашего бюджета. Как мне кажется, обязательно нужно, конечно, менять место вашей основной дислокации. Почему? Потому что на самом деле новогодние праздники, они для этого и нужны, чтобы немножко сменить атмосферу, сменить как бы свое местоположение, расположение, куда-то выехать, пускай даже в деревню, к дедушке, к бабушке, там, куда-то поехать в другой город, там, съездить на экскурсию. То есть я вам все-таки рекомендую себя чем-то занимать, не сидеть дома. Поставить себе план, расписать выходные свои, вот эти вот праздники по дням. То есть сегодня, завтра туда-сюда, какие-то себе набросать некие ориентиры. И по этим ориентирам, конечно, желательно их выполнять, как бы, да, там музеи, может быть, еще какие-то поездки, отдых, поход к друзьям, к родственникам. Поэтому вот отвечая на вопрос Пахи, куда поехать отдыхать на новогодние праздники, все зависит от вашего кошелька. То есть, если есть возможность, то лучше, конечно, ехать куда-то, может, даже и за границу. Там на лыжах покататься, может быть, на моря, на океаны на какие-то. Вот, я тоже уезжаю на Новый год, но об этом мы будем говорить отдельно. Вы все узнаете, короче говоря, от вас ничего не скрывать не буду. Все будете наблюдать своими глазами у меня на канале. Знаю. Забегая вперед, скажу, что я даже знаю, уверен в этом, что будет очень интересно и клево. Так что кто со мной, палец вверх, ставьте лайки, и будет дальше интереснее. Вот. У кого денег нет, то, конечно, можно походить по родственникам, всех навестить, друзьям сходить, там, сходить в кино, в театр, там, не знаю, куда еще, в клуб какой-то. Но самое главное, не алкоголем не злоупотреблять. Так, я извиняюсь, я просто тоже отчасти работаю, сижу. Алло. Алло. Ух, какие люди, какие люди. Юра, здравствуй, здравствуй. Хованский звонит, Юрий. Ты представляешь, ты сейчас позвонил именно в тот момент, когда я ролик пишу. Вот ничего себе, эксклюзивное видео получилось, даже сам не ожидал. Что привело тебя, мой друг Юрий? Хотел спросить по поводу... А, все-все, понял, понял. То есть тебя интересует наша рубрика «Добрые советы»? Да, на днях будет. Хотел бы поучаствовать? Ну, нет проблем, я тебе дам контакт, там можешь, в принципе, связаться с моим помощником, он все это может организовать. А в Москву не собираешься? А то могли бы совместную встречу сделать. Пока нет, да? Угу. Понятно. Так, все нормально? Хорошо все? Как здоровье? Отлично. Хорошо, хорошо. Ну, у меня все тоже нормально, конечно, конечно. Дизлайков на канале много? Да это ерунда, не переживай, все нормально, все нормально. Все нормально. Переживает, дизлайков много. Да все нормально, не волнуйся за меня, у меня все хорошо, все отлично. Все хорошо. Буду рад тебя видеть в рубрике «Добрые советы» у нас. Давай попробуем что-нибудь. Давай, да. Ну, я не знаю, или вот завтра, или послезавтра я хочу записать этот ролик. Хорошо. Хорошо. Спасибо тебе за звонок. Спасибо огромное. Хорошо. Как у вас погода там? Нормально? Все. Давай, давай. Все, 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 все. Пока, пока. Все. Давай, на связи. Пока, Юра. Угу. Пока. Ну, ребят, короче говоря, вот на ваших глазах, соответственно, видели, да, позвонил Юрий Хованский и спросил по поводу возможного участия в моей рубрике «Добрые советы». Ну, я не знаю, на ваших глазах реально родился эксклюзив, я даже не знаю, ну, я-то, никаких проблем, пожалуйста, что, у нас рубрика открытая, можете, на, кстати, на днях, я думаю, что я сделаю это видео, будет интересно, я планирую немножко в другом ракурсе все это дело вести, с призами, с какими-то конкурсами, ну, чтобы это живенько было и интересно, какие-то задавать вопросы, то, чтобы такой, знаете, интерактив был, интерактив. Вот, не знаю, ну, вот Хованский позвонил, видели на ваших глазах, не знаю, что из этого выйдет, посмотрим.
Так, давайте все-таки еще, наверное, на пару вопросов ответим. Потому что все-таки у нас сегодня такой ролик, ответы на вопросы. Давайте посмотрим. Давайте опять кубики кинем, наверное, да? Чтобы честно было. Только теперь давайте я буду отсчитывать не с верхней строчки, а с нижней. Итак, 2, 1, 1. 3, 4. Так, четвертый вопрос снизу давайте зачитаем. Окей. Так, зачитываем. Раз, два, три, четыре. Марат Тимиркаев спрашивает. 2 лайка. Сергей, здравствуйте. Хотел бы ролик встречу с Катей Клэп. Спасибо, добра и позитива. Ну, Катя Клэп. Катя Клэп — это, кто не знает, это тоже бьюти-блогер, или как она там правильно называется. То есть она тоже, в принципе, отчасти и лайв-канал рассказывает там по ходу в кино, там о своем мнении, о своем отношении. То есть там она с парнем с каким-то гуляет по городу. Но, по-моему, насколько я помню, она, по-моему, тоже с Питера, как и Хованский. Не знаю, Марат, что тебе ответить на этот вопрос. В принципе, я готов с ней встретиться, даже никаких вообще вопросов нет. Вот видите, да, бросили кубики, кубики показали, что и Марат просит встретиться, да. Короче говоря, welcome, я готов. Если Катя Клэп будет смотреть мой сегодняшний ролик, можем списаться, можем договориться, я могу подъехать, никаких проблем нет. Можем даже и в Питере это все дело замутить, заодно и с Хованским там пересечемся. Поэтому я думаю, что здесь проблем нет никаких. Так, дальше. Следующий вопрос, но я просто вверх уже пойду. Так, Артур спрашивает, 3 лайка. Привет, Сергей, сделайте мини-обзор на свой iPad. Какие приложения установлены, аксессуары, может быть? Помню, вы показывали дополнительную станцию, но хотелось бы поподробнее сказать. Спасибо. Ну, в принципе, вот она в моих руках и есть. Это такая станция для iPad. Вот так вот этот iPad отсюда вытаскивается. Вот так вот он, видите, соответственно, в такой, в резиновом таком бампере от компании Bang & Olufsen. Я делал как-то даже обзор на него. Вот так вот он выглядит, в принципе, такая бандура, вот, довольно-таки увесистая. Но что удобно, то что у нее хороший звук. Я вообще люблю качественный звук, хорошую картинку, как на видео, так и на аудио. Вот, соответственно, такая вот штуковина. Здесь есть что? Громкость. И удобно то, что она и обладает самой батареей. То есть, если вы ее один раз зарядили, да, ваш iPad будет где-то сутки держать как бы батарею в нем. Ну, при таком среднем пользовании. Вот, так что вот такой вот ответ тебе даю я, Артур. Так, ну давайте еще вопросом выше пройдемся. И, наверное, будем на этом заканчивать. Потому что, на самом деле, у меня уже и дела, там, заботы, хлопоты. Так, спрашивает Константин, NSK. Вопрос номер 358, 14 лайков. Сергей, добрый день. Не мог бы ты высказать свое мнение, снять видео по такому вопросу? В чем смысл жизни? Для чего люди рождаются, учатся, ходят на тяжелую работу, а потом стараются и умирают? Зачем вся эта суета и зарабатывание денег? Неужели это все бессмысленно, но у всего должна быть своя причина? Ну, буквально недавно вышел этот ролик, можете посмотреть. Есть как бы ответ по смысле жизни. Смысл жизни в добре, в позитиве, в хорошем, в бодром пребывании, да, в неком учении. И своими словами, если сказать, то есть нужно быть человеком. Быть человеком прежде всего. Вот это самое главное, как мне кажется. И не гадить. Не гадить. Вот. Не гадить ни в комментариях, не гадить ни по жизни, не гадить вокруг себя, а созидать. Вот в этом и есть, как мне кажется, смысл жизни. Ну, вот на этой чудной ноте я, наверное, закончу сегодняшний репортаж. Конечно, куча вопросов еще. Мы даже дальше, наверное, продолжим тоже через какое-то время еще дальше отвечать на вопросы наших подписчиков. Хочу сообщить, что все в порядке, все нормально. Значит, ролики будут также регулярно выходить, куча всего интересного происходит. Вот на днях выйдет рубрика «Новые добрые советы», часть 4, в новом несколько формате, будет много чего интересного. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Мне будет приятно для вас делать добро. Вот. И хочу еще отдельное спасибо сказать Терешкиной Наталье из города Подольска за
присланные мне рисунки, они замечательные, они войдут в коллекцию добра и позитива. Все, с вами был Сергей Симонов. До новых встреч. Скоро увидимся. Чао! Пока!